Свежий номер «Одинцовской недели» приехал в город из типографии. Обо всем по порядку. «Зеленый свет для многодетных». 24-й объявлен годом семьи. Рассказываем, какие меры поддержки предусмотрены в округе, регионе и стране. Все о микоплазменной пневмонии, что способствует быстрому распространению инфекции и как уберечься от новой заразы. Недоброе утро на Интернациональной. Сгорел исторический дом. Рассказываем о причинах и последствиях возгорания. Сидеть за партой, а не в телефоне. Неделя рассказывает новые правила пользования гаджетами в школе. А кроме того, мы поинтересовались у горожан, нужны ли детям смартфоны на уроках. Внукам всем дала только кнопочные. Гаджеты отменили. А кнопочные можно, но родители как-то должны связываться. Поэтому я только за. Ребенок приходит в школу заниматься. Не смотреть в интернете, там ничего, да, нет, а заниматься. Мы в свое время выросли без телефонов и, наверное, были более собраны и организованы, чем сейчас. Абсолютно не нужно, считаю. Я считаю, ребенок дошел до школы, отзвонился, отписался родителям, выключил и убрал. Редакция газеты взяла эксклюзивное интервью у художника Алексея Лунина и объявила конкурс. Об этих и других новостях в свежем номере недели. Его можно взять на наших фирменных стойках, а электронную версию прочитать на сайте. С вами была Олеся Лукина. До встречи!